Екатерина, сейчас ты очень смелая, решительная, активная. За тобой идут люди. Ты проводишь тренинги по успеху. А расскажи, пожалуйста, как ты пришла к своему собственному успеху? Каким образом? Ну, в первую очередь, это, конечно же, дисциплина. Не могу сказать, что это действительно очень такой приятный момент, да? Но если ты видишь результаты и делаешь каждый день одно и то же, то настроение совершенно другое. И ведешь журнал успеха, то, что я делаю, то через неделю буквально, даже через 3 дня, уже есть такое вот воодушевление, что ты делаешь правильно, и настроение появляется, силы и энергии встать все-таки утром, сделать ту же разминку, ну, допустим, запланировать день, то, что я делаю, но то я делаю это с вечера обязательно. И идти вперед, ну, в принципе, вот. Слушай, дисциплина – это самый важный такой момент – дисциплина. А как ты выработала вот эту привычку действовать, не быть пассивационистом, а быть, наоборот, активационистом? Как она к тебе пришла? Это привычка? Да. Каждый день просыпаешься утром. Но задавала себе вопрос, ради чего я просыпаюсь. Ну, так же и сегодня утром проснулась, но сегодня я проснулась вообще легко, потому что знала, что будет чудесное утро, меня ждут новые интересные эмоции, общение с другими людьми, точнее, с тобой, Кира. И, конечно же, настроение, ну, в первую очередь, это настроение. Если мы просыпаемся утром и себя мотивируем, зачем, ради чего мы просыпаемся, зачем нам нужно делать разминку, зачем нам нужно слушать мантры, то, что делаю я, зачем я проговаривать аффирмации, которые тоже делаю по утрам я, зачем необходимо, да, на это все уходит время, в среднем это уходит, допустим, привести себя в порядок, завтрак и все те процедуры, которые я делаю, это 1-2 часа. Но для этого стоит просыпаться рано утром, и все получается до 9 часов. Потом делаешь все дела, которые уже непосредственно необходимы для построения бизнеса или для саморазвития. То есть, если я правильно понимаю, что у тебя есть мотивация к действию, да? Ты замотивирована, поэтому ты действуешь. Конечно, конечно. Должна быть обязательно цель или хотя бы какая-то картинка. Ну, будущей жизни или то, к чему ты стремишься. И это поможет встать утром рано. С чем я пока, скажу честно, над собой еще работаю. Влад просыпается, это мой муж, в 5 утра. Легко, просто, с удовольствием, неважно, во сколько он лег. А у меня, если я ложусь в 10, тогда я легко просыпаюсь в 6. Если ложусь в 12, то немножко сложновато. В 6, в 7. Да. Тогда в 7-8 я просыпаюсь. Да, но я стремлюсь еще к 6 часам, потому что я вижу, насколько энергичный мой муж, насколько у него другой подход, и он до 8 успевает сделать столько, а я только просыпаюсь или уже действую. Ну, согласись, здесь легко просыпаться на этом острове прекрасном. Да, это правда. Здесь такое ощущение, что ты постоянно бодр. Вот я могу сравнить это с тем, если кто-то был в Украине, в Крыму отдыхал, то не просто в гостинице ночевал, а в палатке на берегу моря, ложась даже в 12 часов ночи, лично мы с Владом просыпались в 6 утра, 5:30 сами, без каких-либо будильников. И состояние было бодрости, энергичности, легкости. Здесь то же самое. Я даже вам скажу, что у нас дома висит гамак на улице. И очень часто, вот Влад просыпается в 5 утра, что делаю я? Я беру свою любимую подушку, беру свой плед, иду ложусь в гамак. И то есть тот еще час приблизительно я досыпаю в гамаке. Но проснуться на улице в таком прекрасном климате, свежим воздухом, живым гораздо лучше воздухом себя чувствуешь, бодрее. И каким-то энергичным себя чувствуешь, ну классно. Еще хочу сказать, кожа здесь безумно приятная, увлажненная, гладкая. Это я вам как консультант по красоте, такой вот маленький момент, я заметила это еще в прошлом году. Ну логично, то же самое заметила, даже кремом порой просто не пользуюсь, вот нет необходимости. Здорово. Екатерина, а вот ты как специалист по успеху, как человек, который ведет тренинги по успеху, расскажи о том, как
нужно делать для того, чтобы не добиться успеха? Ну, вы знаете, чтобы не добиться успеха, что для этого нужно делать? Ну, сказать ничего – это, наверное, мало, по одной простой причине. Ничего не делать – это нужно иметь смелость. Это нужно быть очень храбрым человеком, сидеть, держать себя в руках, понимая, что успех вот-вот-вот-вот, он вот лежит практически, только наклонись, возьми. Это нужно иметь большую силу воли, сидеть и говорить себе, я ничего не сделаю ради того, чтобы я достиг хоть какой-то цели своей. И, конечно же, с удовольствием, с прекрасным воодушевлением жаловаться, жаловаться, жаловаться на жизнь, на людей, на все, что происходит. Говорить одна из любимых фраз – это у тебя судьба такая, тебе повезло. Или это у меня жизнь такая, Господом все предназначено, ну и так, тому подобное. Я верю в силы Всевышней, поэтому я не против веры, я только за. Но сидеть и, скажем так, пальцем тыкать на что-то или на кого-то... Это прямой путь к тому, да, чтобы не добиться ничего успеха. Да. Это правильный такой успешный путь, ничего не добиться, да. Екатерина, а вот сейчас остались ли друзья с детства? Или сейчас изменился круг общения? С которыми я общаюсь? Так, с которыми общаюсь, с которыми дружишь? К сожалению, то есть я... В 2004 году переехала из своей деревни, где я выросла, это Коминтерновский район, село Сербка, переехала в Одессу, в Украину. Ну, это все Украина. Переехала в Одесскую область и начала учиться в институте. И уже тогда немножко связь с одноклассниками потерялась. Даже если, допустим, с некоторыми я еще поддерживала как-то, то потом она к концу 2009 года уже, ну, то есть иногда ВКонтакте, привет-привет, и больше особо диалог у нас, ну, долго не длился. И чтобы с кем-то сейчас поддерживать отношения, нет. А с института есть буквально несколько человек, с которыми я поддерживаю отношения, и есть один человек, одна девушка, это Юля Никитина, которая идет рядом со мной, которая также любит обучаться, развиваться и, ну, стремиться к чему-то лучшему. И еще хочу сказать такой вот момент, почему многие же общаются из моего же института, и также одноклассники, многие общаются между собой. Угу. Почему, может быть, я отдалилась от этого круга? По одной простой причине я обучаюсь, я очень много учусь, я много тренингов разных прохожу, и также по женственности буквально недавно прошла, и по развитию личности, и по постановке целей. Мало того, что я обучаю, я постоянно сама обучаюсь, и я считаю, что я как тренер, я не имею права, как лидер, сидеть, вот, там, прочитала книгу, вот я уже такая умная, нет. Необходимо находиться в постоянном развитии. Постоянно. Много читаю. Каждый день я читаю, минимум полчаса в день. Просто книгу и другое. У нас есть две. Мы обычно с Владом читаем две книги. Одну я читаю вслух, он слушает. Другую я читаю лично для себя и про себя. Для того, чтобы хорошо развивалась речь. Потому что если вы меня слышали бы в 2004 году, как я разговаривала, мои одноклассники, ну, могут точно подтвердить, или даже одногруппники, с которыми... Я только начала учиться, они меня не могли слушать. Так вот, вернемся немножко к нашему вопросу. Обучение, и люди, которые не обучаются, не развиваются, они остаются на том же уровне с теми же людьми. Но когда мы учимся, развиваемся, обучаемся, меняется не только окружение, а также события и различные разные сюрпризы, так как их называю, приходят к каждому из нас, ну, как лично ко мне, в гости, в мою жизнь. И есть, могу точно сказать, что за некоторыми людьми, с которыми мы очень плотно дружили, общались, ну, они, скажем так, остались там, сзади. И видя их образ жизни сейчас, ну, мне их очень жалко. Я безумно хочу и не раз уже пробовала протянуть им свою руку, рассказать что-то, допустим, новое,
как-то поделиться чем-то. Ну, это все, это у тебя так. Все заканчивается тем, это у тебя так получилось. Но знаю, я точно знаю, что у каждого из нас может получиться все, к чему мы стремимся, и все, куда мы идем, чего мы хотим. На собственном опыте это точно знаю. Спасибо большое. Хороший, замечательный ответ. Скажи, пожалуйста, вот мы затронули с тобой немножко тему эффективного общения, эффективной коммуникации. Вот поделись своим секретом, как ты развиваешь вот эти вот публичные выступления свои, да, эффективное общение, с помощью каких методов, методик? Ну, первое, это, как я уже ранее сказала, это чтение. Минимум 30 минут в день. На своем примере могу вам сказать, что мне предстояло выступить на сцене публикой 1000 человек. У тебя есть такой опыт? У меня есть опыт 15 тысяч людей. Здорово. На сцене, это было Санкт-Петербург, это было что-то, это было 15 минут, это было что-то невероятное, прекрасное. И вы представляете, когда потом эти 15 тысяч людей аплодируют тебе стоя. Громадная энергетика. Когда люди высокого уровня дарят тебе цветы, когда подают тебе руку, когда ты спускаешься со сцены, когда относятся к тебе как к чему-то великому, вот это круто, ну, это классно. Но до этого было маленькое выступление на маленькие публики, допустим, там 1000 человек, это одно из таких больших для меня тогда оказалось выступление. И это я была не подготовлена, это буквально за неделю мне сказали, ты выступаешь. И я просто читала. Я взяла книгу, и я читала вслух. Каждый день я читала вслух. Но тогда, допустим, я поставила себе цель минимум 15 минут. Это же не так долго. Не так долго, абсолютно. 15 минут. То есть ничего не случится. Там час, это уже, как говорится, напряжно. А вот 15 минут – это нормально. И так получилось, что буквально через месяц у меня было повтор, ну, еще одно выступление. Я просила сделать видеозапись первого своего выступления. Ну, конечно, когда я его слушала, я понимала, я сделала, о боже ты мой, как так можно. Но я понимала, зачем мне нужна эта видеозапись. Для того, чтобы понимать, над чем работать. И через месяц, то есть я продолжала также читать. Чтение еще месяц, по полчаса в день. И плюс мне еще помог это... Мой любимый – это Гандапас. Возможно, вы его знаете. Безусловно. Рекомендую. Я слушала его много обучающих тренингов, купила себе диски, в интернете слушала. То есть была непосредственно на живом тренинге тоже, да? На живом, к сожалению, пока не попала, но я обязательно попаду. Для меня будет честь учиться вживую у такого человека. Но все его техники, по крайней мере, я считаю, что где-то 80% из того, что я слушала, я применила, взяла с собой. И они мне помогли, придали очень много уверенности по поводу правильной осанки, работы с публикой, с аудиторией. Даже если, допустим, ну, обычно это я только выступаю, да, я обычно только говорю, но научиться работать с публикой помог именно он. То есть первое – это чтение, второе – это обучение у Кантапаса. Ну, я рекомендую, потому что он мне помог. И через месяц, когда я посмотрела видеозапись, была огромная разница. Я для интереса давала другим людям, там запись была не длинная, по 15-20 минут было выступление. Я давала другим людям, чтобы они посмотрели и сказали приблизительно, как они считают. Какой промежуток времени от первой записи ко второй прошел? Многие говорили минимум полгода. Угу. Но я могу точно сказать, я что точно знаю. Месяц чтения и 30 минут всего лишь в день. И плюс еще несколько техник, как себя вести, как себя держать на сцене, как сделать так, чтобы голос не дрожал, руки не дрожали, ты чтобы легко, уверенно себя чувствовала, получала удовольствие, стоя на сцене. И чтобы люди, ну, моя была, честно скажу, всегда цель, чтобы люди аплодировали стоя. Я понимала, что если они это сделают, они это делают не просто так, там не кнопки нажат под стульчиками. Они это делают от души. Значит, я каждого чем-то могла зацепить, возможно,
к кому-то обратиться настолько, что им... я пыталась, ну не пыталась, я это делаю постоянно, я обращаюсь к каждому человеку, вот, вот лично к тебе, если, допустим, ты в зале. Но вот такая вот у меня цель. А как сделать так, чтобы голос не дрожал на сцене перед 15 тысяч человек? А как это сделать? Я вам честно скажу, я общалась со многими людьми, ораторами, там, кто уже по 10 лет на сцене, кто там по 15 лет. Вот у меня есть знакомая певица, я говорю, слушай, Анастасия Букина, прекрасная джаз-певица в Одессе номер один, и ее многие обожают, я в том числе. И недавно я проводила такую вечеринку в стиле Оскар, и мы ее пригласили. Так вот, я ей задаю вопрос, как ты вот, ты так классно себя ведешь на сцене, так легко держишься. Говорю, как ты справляешься с переживаниями? Она говорит, на самом деле уже никак. Я столько лет на сцене, и я все равно переживаю. Угу. Но постоянно этого не показывает. И честно скажу, первые, ну, наверное, 2-3 минуты я тоже переживаю. И голос как бы дрожит. Но многие говорят, это было незаметно, и значит, я с этим хорошо справилась. Каким образом? Каким? Перед выступлением я делаю несколько движений, которые учу меня кардопас. Интересно. Первое, я просто разрабатываю челюсть. То есть я делаю такие движения, потому что, когда, если вы заметили, когда вы выступаете, часто бывает такое, что ты уже сказать ничего не можешь, как будто вот челюсть твоя поконемела. Делаю просто пару движений. Я делаю вот так вот. Вперед-назад и двигаю челюстью. Вперед-назад. Потом открываю и закрываю. Так, чтобы немножко слышала, как похрустывают вот здесь косточки. Соответственно, она уже расслабляется. Еще одна из техник. Ну вот я, допустим, представляю, что вся моя энергетика, она уходит через ноги, все мое переживание в пол, и она остается там. И самое-самое главное. Так, да, люди? В основном на самом начале выходят на сцену, они, как правило, это я знаю по себе, и делаю небольшие соцопросы, мне интересно. Они что делают? Только бы не упасть. Ой, только бы не то сказать. Только бы там еще что-то, ну и так далее. Это у каждого свое бывает. То есть мы держим свой фокус на том, чего боимся. Чего мы не хотим, но, как правило, то, чего мы боимся, все мы прекрасно знаем, только не опоздать на автобус, и опаздываем, потом я так и знал. Все по одной простой причине, мы этого боялись, мы это и получили. Поэтому все, что мы просим, это как... Вот я смотрела фильм «Секрет», мне очень понравилась фраза, вот я вам рекомендую его посмотреть, а потом посмотреть фильм, вторую часть лучше, чем «Секрет». Не наоборот. Секрет, а то лучше, чем секрет. И в первой части мне очень понравилось, как там Джин появляется, и он говорит, что все, что мы просим, это есть, у каждого есть свой Джин, так скажем, да, там свой ангел, хранитель. И все, что мы просим, он все, вот слушаюсь, повинуюсь, все сделаю. Хочешь опоздать, пожалуйста, опаздывай. Поэтому, зная это, я говорю себе о том, что я выхожу на сцену, я получаю удовольствие, я получаю наслаждение, публика получает ценную информацию для себя, они в восторге от того, что они слышат. То есть я фокус снимаю с негатива на позитив. Это очень соответственно, важно. Соответственно, мои мысли заняты совершенно другим. И еще хочу поделиться, я считаю, что это тоже важно, частичка не. Очень важно, я постоянно, где только есть возможность, о ней говорю. Потому что, употребляя частичку «не», мы этим самым опускаем. Ну, то есть мы этим самым получаем немножко не тот результат, к которому мы бы хотели прийти. Ну, например, это факт, это доказано, это проведены много экспериментов, что наш мозг, непонятно как, но он не воспринимает частичку «не». Элементарно, не опоздай завтра на встречу. Мы очень часто это говорим. Но на самом деле, если мы опустим частичку «не», то что получается, что выходит, что мы желаем себе самому, если мы говорим «не опоздай завтра на встречу», значит,
или, допустим, человеку, да, которого мы видим, не опоздая на встречу. Значит, опоздая на встречу. Мы желаем человеку уже изначально опоздать на встречу. Если он опаздывает на встречу, нам это неприятно. Но давайте разберемся. Мы изначально хотели что пожелать человеку? Чтобы он что? Успел на встречу. Пришел вовремя, совершенно успел, пришел вовремя на встречу. И мы же можем сказать, приходи вовремя. То, допустим, что говорю я. Поэтому я всех призываю к тому, чтобы... Давайте мы будем себе же, самому любимому, желать положительные моменты, да, приходить вовремя на встречу, там, ну и много другое. Катерина, большое спасибо, ты дала отличные рекомендации по тому, как эффективно выступать на сцене, и вот по частичку «не» мне тоже очень понравилось. Спасибо тебе большое. Всегда пожалуйста, я всегда открыта к информации. Давай немножко поговорим о целях. Да. Вот для того, чтобы цели исполнились, достигнулись, необходимо правильно ставить цели. Вот какие техники существуют правильной постановки целей? Их несколько. С чего? Давайте я расскажу, как я начинала, потому что для меня первая, это была, как я уже сказала, первая книга, которую я встретила, и она долго лежала на тумбочке, когда я еще жила в общежитии, на тумбочке у моей подруги. И когда, скажем так, я заболела, я решила, возьму-ка я почитаю что-то. Это был третий курс, 2007 год. И это была книга Дейла Карнеги, тоненькая, совсем тоненькая брошюрочка, как она называлась, «Как завести друзей». Там много пунктов, но очень... «Показывать влияние». Да, 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 поняла. Именно эта книга. И потом я купила уже толстую, ну, такую большую толстую книгу, там на 400 страниц, и начала эту же, эти же темы, но более глубоко изучать. И после этого я поняла, что в мире что-то происходит, что-то очень интересное, и я об этом не знаю. Я решила, что я хочу об этом узнать. Я пошла в книжные магазины с этой книгой и сказала, мне нужно что-то подобное. И там мне попалась очень хорошая женщина, где я еще в течение двух лет покупала у нее всегда новые книги интересные. И там я начала много покупать книг, как Джона Кехо, «Подсознание может все». Мне казалось, я так помню, что когда я читала эти книги, о боже мой, это так все просто, так все интересно. Оказывается, что все, чего я желаю, все, о чем я мечтала, можно достичь легко, в принципе, и просто, зная некоторые секреты. И потом я узнала, что очень много людей такими секретами владеют. И мне захотелось больше об этом узнать, но еще больше делиться. Я даже помню, что я мечтала, когда я вырасту, чуть-чуть постарше стану, наберусь много опыта, много знаний, я обязательно буду делиться с людьми, и обязательно буду... Напишу книгу, которая будет стоить там совсем копейки, там 10-15 гривен. Но потом, сейчас я знаю, что таких книг очень много по 10-15 mm-hmm. гривен. И это доступно. Просто люди, тот, кто ищет, тот всегда найдет. Да. Просто не все ищут. И я сделала такую небольшую ошибку. Я начала делиться с теми знаниями, которые я получила, со всеми. Я была безумно воодушевлена. Я говорила об этом, боже мой, есть такая информация. Есть столько всяких разных знаний, есть такие люди. Но люди в моем окружении не искали этой информации. Угу. Они думали, что это я себе придумала, что я еще мечтательница очень сильная и так далее. Но они меня не слышали так же, как и до сих пор не слышат. Соответственно, я притянула других людей, с которыми мне стало интересно. И когда я их притянула, я начала посещать разные семинары. Плюс еще в книгах описывалось очень много разных техник, которые я применяю. Ну, например, которыми я до сих пор пользуюсь. Это у меня есть три тетради. Одна из них очень красивая, романтичная. Я специально шла на рынок, я выбирала себе тетрадки. Первая – это для отношений. Что я в ней писала? В ней описано... какую я жизнь хочу видеть со своим любимым молодым человеком. Я вам скажу честно, по секрету, я
уже, ну, можно учитывать, что вчера у нас была тайская свадьба, да, таким мой муж сделал мне сюрприз, я об этом ничего не знала. Да, я не знала до тех пор, пока я не видела кольца, я уже не сидела перед, так скажем, тайским алтарем. Я открыла глаза и все это увидела, поняла. Я была уже... До этого я тоже была замужем. Но я вышла замуж, потому что я это все прописала в своей тетради, тетради мечты. Я описала полностью своего первого мужа, как бы я хотела, да? Какого я бы хотела видеть мужчину рядом с собой. Все-таки получилось. Я просто не дописала многие вещи, чему я очень рада, потому что мы развелись, я ему желаю... Я ему благодарна за все, что, что с каждым человеком, когда мы встречаемся, мы берем какие-то уроки, какой-то опыт. Опыт у меня классный. Я ему благодарна. Он сейчас счастливый с другой женщиной. И у них замечательная семья, прекрасный ребенок родился. И я какое-то время была в таком состоянии, скажем так, депрессии, да? Но с помощью большой поддержки людей, которые рядом с мной находились, это особенно Наталья Диченко, Вадим и Юля Никитина, ну, я им благодарна, это люди, которые вытащили меня из этого состояния, я поставила новые цели. Я знаю, что это работает. Я описала себе в этой тетрадке своей следующего, будущего своего любимого человека, надежного. Могу точно вам сказать, что только... То, как он должен выглядеть, у меня заняло целую страницу А1, клеточка в клеточку. То есть ты конкретизировала до мельчайших подробностей свои цели? Рост, вес. Это касаемо отношений. Рост, вес, все ли зубы на месте, все ли органы на месте, цвет кожи, цвет глаз. Потом сексуальные какие-то интимные отношения. Все прописано, все настолько я... Я работала над этой... Ну, над образом своего молодого, любимого мужчины 2 недели. Каждый день понемножку. И я прописывала. Потом я прописывала, был раздел отношений, какие у нас отношения. Потом я прописывала имущество. Потом я прописывала, как, куда мы ходим, в рестораны и так далее. Я вам даже скажу просто, ну, вы знаете, что все имеет смысл заканчиваться. Действительно, все-таки получилось. Я нашла такого же мужчину. Еще 10% из всех 100% еще не сбылось, но я знаю, что мы идем просто вместе к этому, поэтому это будет. Но есть вещи, которые имеют такой смысл, как они заканчиваются. Ну, как мы вот взяли стакан воды, мы его выпили, его наполняешь заново, потом ты можешь, имеешь возможность выпить, то есть насладиться и утолить свою жажду. Именно поэтому, зная это, когда у нас в отношениях с Владом, с моим вторым мужем, уже могу смело об этом сказать, был такой этап, что как-то стала жизнь немножко скучновато. Я обычно сажусь в это время, открываю, ну я уже знаю, что обычно в моей тетрадке уже исполнилось все, о чем я писала. Когда я перечитывала, я понимала, что... Да, уже рестораны были, и отдых такой был, и это было, и то было. Я просто садилась и писала заново. То есть писала предложение, хочу это. Это как вот приходим как в ресторан. Заказ. Да, хочу. Мы понимаем, что у нас то есть у нас большое количество денег, да. И мы можем заказать все, что угодно из этого меню. И я делала то же самое. И что вы думаете? Был один день, это был понедельник, Влад задержался на одной из встреч, я пришла домой раньше, и мне стало скучно, и я поняла, что нужно что-то менять, добавлять какой-то изюминки, каких-то ярких отношений хочется. И я прописала некоторые моменты, что мы там идем гуляем в ресторан, гуляем, потом идем в ресторан. Я даже описала, какой ресторан я хочу. В среду Влад делает мне сюрприз. Мы попали в ресторан, и не просто сюрприз, он мне там сделал предложение. Это первая такая часть. Вторая часть, у меня есть другая тетрадка. Там конкретно бизнес, как развивается мой бизнес, каких людей я притягиваю в свой бизнес, какой я получаю результат, какой финиш, ну и так далее. И я постоянно там тоже работаю в той же тетрадке, я постоянно дописываю. Екатерина, а как ты ставишь цели? Долгосрочные ли это цели или это краткосрочные цели?
я ставлю и так, начинаю с 10 лет. То есть должны быть цели на 10 лет, на 5 лет, на 3 года, на год и на каждый месяц. Когда, вот когда я, допустим, я ставлю, прописываю все это, допустим, на 10 лет какие-то глобальные, там, хочу зарабатывать столько, иметь такой-то дом, ну и так далее, и так далее. Допустим, на 5 лет более подробно, на 3 еще подробнее, цели на год вообще подробно. И вы знаете, что с прошлого года до этого года у нас есть та машина, которую мы хотели. Я прошла те тренинги, которые я хотела, я получила много результатов, которые я хотела. Я дошла до такого уровня, до которого я тоже прописывала. Все это у меня есть в My Life Organizer, это очень удобно, все это с собой, ты можешь корректировать. И еще, когда вы ставите на год, вы делите это на месяцы. Ну, как достичь, как прийти к этой цели. Непонятно, что прописала, сидишь, ждешь, когда же у тебя появится даже тот Lexus в гараже. Ну, чтобы, во-первых, должен быть хороший гараж у такой машины, соответственно, дом, ну, нужно для этого что-то делать. Представлять шаги. Да, вставать, поднимать свою попу и каждый день с помощью дисциплины двигаться вперед. Так вот, ставя на месяц цели, вы делите их еще на недели. И в начале месяца вы снова их просматриваете каждый раз полностью, что, может быть, что-то корректируете, у вас постоянно будут какие-то корректировки, будете что-то менять, что-то добавлять, возможно, там, переставлять или на следующий месяц переносить. Ну, такое тоже бывает. Это значит работа с целями. Ставите на месяц, делите на недели, и вы понимаете, что нужно сделать в течение этой недели. К концу недели вы проводите итог. В воскресенье вечером сели, посмотрели, что нужно за неделю сделать. Сделали в конце, то есть в воскресенье вечером сели, посмотрели, что уже сделали. Успеваете, вы вписываетесь или не вписываетесь, корректируете следующую неделю. И так, и потом в конце месяца делаете анализ. Анализ обязательно. И самое главное, что нужно делать, что вас приведет обязательно к успеху, это журнал успеха. Каждый день минимум 5 пунктов, что вы сделали в течение дня. Но вначале я не знала, что писать, и я вплоть писала, что перевела бабушку через дорогу, там, убралась в доме, посмотрела фильм хороший, занялась спортом, там, что еще, там, читала мантры, общалась с друзьями. То есть все, что... Ну, сначала вы будете думать, да, что писать, а потом вы пишете, обязательно начинаете, ну, пунктов бывает больше, у меня уже 10 пунктов за день. Угу. Обязательно прописывайте это. И еще записывайте внизу вывод дня, какой у вас инсайт, что было хорошего в течение дня, какой еще урок вы получили. То есть первый пункт, что было хорошего, второе, какой урок вы получили. И третье, сколько денег вы сегодня заработали и сколько планируете заработать завтра. Это недавно технику мы это получили, проходя обучение в бизнес-доме. Вообще крутая такая программа, двухмесячная. Рекомендую пройти обязательно. Если вы хотите увеличить свой доход с 2000 до 10 тысяч долларов, то это вам туда, в бизнес-дом. Так вот, и так вы точно достигнете цели. Каждый день работая над собой, уделяя себе минимум полчаса в день, вы достигнете результата и успеха. Екатерина, а насколько важна визуализация цели, мечты, желания? Ой, это мой любимый пункт, потому что я с него как начинала. То есть начиналась я не с прописывания, это был вторым пунктом, а с вклеивания картинок. Угу. У меня, как я говорила, там есть 3 тетради, одна из них – это мой альбом мечты. Так как я понимала, что взять обычную тетрадку, этого будет, скорее всего, мало. Мы женщины, мы хотим очень многого. И поэтому я взяла папку, большую папку, где можно вставлять файлы. Uh-huh. Такая она толстая. И то есть неограниченное количество, столько, сколько я посчитаю нужным. Хорошая идея. Да, я просто понимала, что тетрадка это будет, или там просто обычный альбом, как я видела, берут детский альбом и вклеивают, до этого мало. И иногда, так как я перфекционистка, я еще люблю, чтобы все было аккуратно. Ну, например, у меня в этом моем альбоме есть раздел «Финансы», раздел отношений, раздел путешествий, раздел бизнеса, раздел бижутерии, раздел одежды. То есть у меня есть много разных разделов. И для того, чтобы я могла их добавлять, поэтому мне это просто, когда есть файл, ты можешь его переставлять, и в файл я вставляю бумагу А4, на которой уже вклеены мои разные картинки.
там, как, на каком транспорте я хочу ездить, какую машину в каком году я хочу иметь. Это тоже очень важно, указывать год. Как, то есть сроки обязательно? Обязательно, да. И еще хочу немножко вернуться к тем тетрадям. Когда вы описываете, допустим, я когда пишу, я пишу, не я буду иметь машину там когда-то. Нет, у меня уже есть машина. Я когда описывала своего мужа, я уже писала, что мы сейчас вместе с ним гуляем в прекрасном месте, там, по улице, там, по Дерибасовской той же. Мы уже сейчас, ну, то есть я хожу в рестораны со своим любимым мужем. То есть я хожу, я делаю, я сажусь в свою любимую машину, я описываю, как будто это у меня уже сейчас есть, не потом будет когда-то. Ну, правильно, когда-то, ну, может быть, там, к 90 годам твоей жизни, дай бог, если вы доживете с таким образом жизни, ну, как многие ведут, я не уверена, что они доживут или там домучаются, как они еще говорят, да? Так вот, вернемся к нашим мечтам. Я вписываю, я вклеиваю. И еще у меня есть, ну, как помимо этого альбома, который я вклеиваю все, что мне хочется. У меня дома еще целая стопка журналов. Я бываю в разных заведениях, и там бесплатно дают журналы. Ну, по крайней мере, можно их брать. Мне дают точно. Я беру. Там дорогие, красивые. Вот сейчас взяла себе журнал с часами. Я очень люблю часы разные, там, с бриллиантами. И я вырежу, вклею. И вы не поверите. Расскажу о своем маленьком опыте. Когда я узнала об этой технике на одном из семинаров, в которой я была, это была суббота, воскресенье. И вот в субботу я узнала об этом, вечером я пришла, у меня там были какие-то старые журналы, я уже повырезала пару картинок. И уже решила, что это будет именно в этой папочке. И там была картинка, где девушка стоит, держит орла, большого красивого орла, на горе. Она в прекрасной физической форме. И мне очень понравилась эта птица, потому что буквально до этой субботы я там за 2-3 дня я прочитала маленькую тоненькую книгу «Парите вместе с орлами». Mm-hmm. Классная книга. Там 30 страниц или, может быть, чуть больше. Читается очень легко и быстро. И я понимала, насколько это сильная птица. Я думаю, вот точно хочу держать такую птицу. Это я вклеила в субботу. Где-то через дня 3, по-моему, то есть среда, я гуляла. В Аркадии, то есть у нас есть такое вот курортное такое место, я там гуляла, и ко мне подходит молодой человек, тогда только появились эти птицы, и можно было с ними сфотографироваться. И он говорит, типа, Гена его зовут, как сейчас помню мальчика, ему 18 лет, он безумно интересный молодой человек, и он держал этого большого такого, сильную большую птицу. Он его приручил за неделю. Птицу. Дикую птицу. Ему его привезли, и он его приручил. Он подобыл весь в царапинах. И он мне говорит, сфотографируюсь. Я говорю, у меня нет денег, я так ему сказала. Кстати, у меня нет денег, тоже интересная фраза. Если я вспомню, обязательно расскажу вам. Так вот, и он говорит, нет, ты просто подержи эту птицу. Он мне садит эту птицу на руку. Я как сейчас помню, как эта птица крепко схватилась своими когтями, насколько она сильная была. Потом он что-то еще этой птице сказал, и она с этими большими крыльями просто обняла меня вот так, мою голову. Это ощущение уже столько лет прошло, я до сих пор помню. Но это было подтверждение, была картинка, где было подписано, что это я. И птицу я держу, вот я держу. Но она еще не вся исполнилась, я еще хочу в таких же горах побывать. Так же хорошо, прекрасно выглядеть и так же хорошо одеваться, как та девушка. Я уверена, что это все сбудется и исполнится. И еще, помимо моего альбома, есть еще коллаж мечты. Коллаж в формате А1. И там я вклеиваю свои такие главные цели, которые висят у нас на стене. И в этом году мы будем разрабатывать с Владом новый наш общий коллаж, где тоже частично уже в моем старом коллаже исполнилось. Там есть 9 секторов. Это личные отношения, это путешествия, это семья, это финансы, это фразы о себе. И еще несколько уже, нужно вспомнить обязательно. Я могу рассказать позже.
Так, ну вот, в принципе, такие элементарные, легкие, безумно интересные. Сидишь и мечтаешь, позволяешь себе желать чего-то большего, это осуществляется. То, что мы заказываем, то да, приходит да. Наша жизнь. Да. Спасибо большое. Вот каждый лидер обладает, как правило, мощной энергетикой, способный вести за собой других людей, способный творить. Вот я знаю, что при поедании фастфуда и ведении малоподвижного образа жизни той вот большой жизненной энергии, ну, не будет. Это уже ясно. Ты сейчас сыроед. Я знаю, что сыроедение способствует повышению жизненного тонуса, жизненной энергетики. Вот какие еще ты плюсы видишь в сыроедении? Для чего ты это делаешь? Ой, ты знаешь, ты мне сейчас задала этот вопрос, если ты видишь, что я немножко плачу. Есть такие немножко слезы, но это от радости. По одной простой причине. Я сейчас точно могу сказать, что я не доживу до 90 лет. Хочу 107 прожить. А не просуществую каким-то образом в 60, там, начну в 50, начну существовать, да, там, или доживать, как многие говорят, а я буду наслаждаться, буду энергично, буду чувствовать себя совершенно по-другому. Да, у меня есть, конечно же, картинка, как я выгляжу. Не там в 107 лет я еле сижу, меня там водят. Нет, не так я себя вижу. Я себя другое вижу. И я знаю, что это возможно. Есть много примеров этому. По поводу сыроедения. Ну, смотрите, все очень просто. Есть, если вы начнете изучать образ жизни многих людей, успешных людей, даже того же, как Брайан Трейси, Киосаки, Бода Шефер, вы, ну, и много других людей, вы поймете, что у них есть что-то общее. Первое, это они, как правило, рано просыпаются. В жизни, в мире так природа создала, что с рассветом птицы начинают петь, цветы распускаются, ну и так далее. Это говорит с нашим образом жизни. То есть мы тоже, когда если просыпаемся, если попробуете хотя бы неделю просыпаться рано утром, вы будете в другом настроении, но нужно ложиться рано. И потом, когда вечер, все засыпает, и организм засыпает. То есть это процессы, такой вот какой-то цикл природы и цикл нашего организма. Если мы будем прислушиваться, тогда у нас будут результаты. Это первое, это сон. Второе, это позитивное мышление. Третье, это физические нагрузки. Любая разминка, даже та пятиминутная в день, это тоже есть дисциплина, но вам будет уже гораздо легче чувствовать себя. Потом, ну, я за то, чтобы проговаривать себе различные аффирмации, настраивать себя на хороший день. Говорить, какой вы, ну, допустим, я говорю, какая я успешная, какая я красивая, ну, и так далее, и так далее. Еще есть мои три любимые фразы, с чего начинается мое утро, это «я прощаю себя», «я люблю себя» и «я благодарю себя». Три волшебные мои фразы, которые я использую каждый день, неважно, я иду куда-то, я моюсь в душе, я еду на байке, или я еду в машине. Вы можете это проговаривать, это легко просто. А потом, самое важное, это, конечно же, питание и окружение. Может еще что-то добавить сюда, но питание, поговорим об этом. Давай, поговорим с удовольствием. Все, что я перечислила, это все хорошо, но играет большую роль это питание, потому что это наше состояние, это наша физическая форма. Буквально недавно, позавчера, мы с Владом были в магазине, и мы увидели двух таких, ну, плотных людей с большими животами, что мужчина, что женщина. Одного, у них одинаковые животы, как будто они оба беременны, и оба на месяце седьмом с такими приличными животами. Но когда я увидела, что они несут на кассу, это чипсы, это пиво, это разные там вафельки и так далее. То есть мне сразу понятно, почему они так выглядят. Это, то есть правильное питание – это очень важно. Мы то, что мы едим. Совершенно верно. Китайская пословица, да. Посмотри в тарелку, на дне тарелки увидишь то, что потом будет, ну, из чего будет твой организм складываться. Сыроедение, как я к нему перешла. Ну, на самом деле я к нему перешла очень просто, сама этого не знаю. Мой муж сыроед, он уже четвертый год сыроедит. И когда я с ним начала жить, так как я вообще люблю готовить,
Но в тот период жизни я работала еще на обычной работе. Я еще проводила свои тренинги по визажу, я еще занималась танцами. У меня был такой достаточно активный образ жизни, и в это время мы еще с ним проходили вместе трехмесячную программу по развитию личности. Очень насыщенная программа. Там работа над двумя областями жизни. Жизнь — это личные и бизнес-цели, ну, плотно. И плюс еще к тому, все то, что, чем я раньше занималась, времени не сильно хватало на готовку. Как вы все прекрасно, женщины, знаете, чтобы приготовить ужин или обед, это нужно в среднем 2 часа. 2 часа в день. Помыть посуду, убраться за собой — 2 часа. Мне не хватало на это времени. А мой любимый муж делал очень хитро. Он очень много знал о сыроедении, и он, у него в его тетрадке, в его мечтах была одна из целей, чтобы его женщина, его жена вела правильный образ жизни, была здоровой, родила хороших, здоровых, правильных и так далее там детей. Так вот, и он мне по утрам, когда я, перед тем, как я шла на работу, я люблю поспать, он мне, и утром просыпалась, всегда стоял уже стакан шейка, там бананы с дыней, я больше всего люблю, и он мне уже там, то есть он уже был готов. Я вставала, ну, стакан воды обязательно, и уже готова. Я, конечно, съедала. После этого он мне на работу готовил мне большой такой пакет, потому что я люблю кушать много, до сих пор люблю много кушать, и всегда кушаю много и очень часто. Такую коробочку с арбузом, то есть целый арбуз, он мне чистил его от кожуры полностью, резал на кусочки, да, это очень мило, так приятно. Потом еще коробочку дыни, я обожаю арбузы и дыни. Потом еще виноград он мне где-то гренку давал, и еще что-то, но, как правило, эти три ингредиента всегда были. И такой вот пакет я забирала с собой еды на работу. Когда я приходила на работу, я там хотела кушать, и я постоянно ходила, кушала периодически. И через 2 недели я помню, что я заметила, что я, в принципе, не готовлю. И я не хожу в магазин, там был рядом магазин, я всегда ходила, покупала там сосиски, там какой-то сыр, какой-то хлеб, ну что-нибудь такое. То есть 2 недели я питаюсь, и я жива, и я функционирую. Да. Что Влада я поддерживала, но говорила, ну тебе так хорошо, ты так питайся, все супер. Удивительное осознание того, что ты имеешь энергию, не ешь мясо вареного. Ну, были стрессы, конечно, хотелось мяса, и Влад мне в этом очень сильно помог, мы плавно переходили, то есть я ела сначала сырую рыбу, потом мы заменяли, допустим, очень сильно хотелось мяса, мы заменяли это орехами. Разные суши делали там с пастой из орехов, то есть такие вот жирные продукты употребляли. И потом, когда я начинала, еще сделал Влад мой очень хитрый такой ход. Для того, чтобы понимать, зачем это необходимо питание, нужно иметь информацию. И он включал, так, не сначала, пока мы были на кухне, он включал разные ролики про еду, что происходит с нашим организмом, питаясь обычной едой. Вы можете это в интернете, столько информации, очень много. И потом, ну, много такое, я получала все больше и больше информации. Я уже осознанно, мне было грешно, неприятно есть то, что я ела раньше, понимая, как оно влияет на мой организм. И я по чуть-чуть переходила на сыроедение, ну, не по чуть-чуть, а перешла на сыроедение. Но, вы знаете, было удивительно, когда я начала просыпаться утром, и у меня не было таких каких-то, ну, скажем так, плохого настроения. Хотя я раньше использовала аффирмации, все так, то есть я себя так накачивала хорошим настроением уже изначально. Но я заметила другое. Когда у меня был период, когда мясо пахнет. Мясо. Вот вы помните Том и Джерри, мышка? Там, где мышка спит, и сыр пахнет, и она поплыла так за этим сыром во сне. Но у меня было такое же состояние, только я не во сне, я очень агрессивно, мясо хочу, дайте мне. А Влад говорит, да мне хорошо. Меня цепляло это, потому что он говорит, мне хорошо, у меня нет такой привязанности, такой зависимости, казалось как бы, у вас. Мужчина, да? Да, идет на мясо. И я задумалась, потому что мне не хочется быть зависимым, мне хочется быть свободным человеком. Я хотела достичь такого же состояния. Сегодня я его достигла. И абсолютно спокойно отношусь к всем запахам. Но еще я почувствовала, когда он мне говорил, что ты будешь просыпаться с другим настроением, с легкостью в желудке,
И после еды ты не будешь, как мы обычно, ох, нам бы еще немножечко поспать, да? Будет легкость, то... Я думала, то в принципе, я и так хорошо себя чувствую, мне и так хорошо, я тоже себя хорошо там поела. Ну, чуть меньше съедаешь, и, в принципе, спать не хочется. Но ты понимаешь, через год, каким образом. Недавно я съела некоторые вещи, ну, например, как пицца, да, и я поняла, что мне так как-то нехорошо. Ну, я люблю просто пиццу, иногда я могу себе это позволить. И тяжесть это есть. Поэтому сейчас могу точно сказать, это совершенно другой сон. Сны совершенно другие. И даже делала эксперимент. Съедала пиццу, утром просыпалась, мне снились кошмары. Ну, это правда. Понятно. И вы знаете, что, ну, может быть, скажем так, у меня была раньше проблема. Я очень сильно потела, и не просто потела, был очень специфический запах. У меня постоянно был шариковый дезодорант в сумке, и всегда были влажные салфетки, и также еще у меня были, допустим, если была возможность, это маечка другая, то есть переодеться я могла. Я считала, что это очень неприятно, поэтому за этим очень строго следила. Но сейчас я заметила, что благодаря сыроедению у меня поменялся запах тела. Об этом мне говорит Влад, потому что, оказывается, ему раньше не нравился мой запах тела. Каждый человек обладает каким-то запахом, да? Сейчас он поменялся, и он спустя недавно в таком восторге, то есть ему это нравится. Допустим, это то, что я не могу почувствовать, но мне об этом говорят. Потом, запах пота точно я могу почувствовать. Он изменился, он стал гораздо приятней. И даже если я не пользуюсь шариковым дезодорантом, к концу дня я только могу почувствовать какой-то такой вот неприятный запах. Да? Но к концу дня, обратите внимание. А потом еще я даже сделала несколько пометочек, какие преимущества, вот так вот, когда летела сюда, в Таиланд, в Дубае сидела и записывала, какие преимущества имеет сыроедение. Кстати, очень хорошо, я многим рекомендую проходить, ну, сдавать анализы различные, на антиоксиданты, состояние, то есть количество белков в вашем организме, жиров, воды и так далее. Я это делала в прошлом году, то есть, скажем так, до того, как начала переходить на сыроедение. Но плюс, что я еще пью витамины. Я пью витамины, это витамины Nutrilight, и они тоже придают мне силу и энергию. Потому что там, где мы живем, как бы это ни звучало печально, в Украине у нас есть специальный прибор, который тестирует на, подскажите, пожалуйста, нитраты. На нитраты. И там очень сильно превышают нитраты те же яблоки, арбузы, там вообще в 5 раз превышают нормы. Но поэтому я и пью витамины, потому что это дополнение к нашей еде. Ну, мы не съедаем по 2 килограмма апельсина для того, чтобы получить витамин С. Витамин С, он легко выводится из организма через 2-3 часа. То есть, грубо говоря, вы сходили в туалет, витамин С вывелся. А он нужен постоянно, потому что это антиоксиданты, защита нашего организма. Так вот, я прошла тесты. У меня есть результаты прошлого года, и перед Таиландом мы снова с Владом прошли тесты. Очень приятно, когда ты смотришь прошлый год, смотришь этот год, и четко понимаешь, меня очень сильно пугали. Ты женщина, тебе нужно рожать, мне недостаточно белка будет. Вот в прошлом году у меня был недостаток белка, в этом году у меня норма, потому что когда я общалась с этой женщиной, ну, сдавала очередной раз, она говорит, я не знаю, что вы делаете, но у меня идеальные результаты. То есть там есть у них табличка, где норма, и оно все полностью по норме мне подходит. Единственное, что мне еще нужно пить чуть больше воды, все. Замечательно, замечательно. И еще хочу сказать, что кожа стала другая, прошла полностью сыпь на плечах, у меня была на спине. Потом очень хорошо обновляется кожа, если есть, допустим, воспаление, какие-то неприятные, или какой-то, может быть, цвет, какая-то пигментация, кожа хорошо обновляется. Также еще сон, я сказала, крепкий сон, так, иммунная система гораздо лучше, потому что когда мы сдавали еще анализ на антиоксиданты, медсестра, скажем так, истерично звала главного врача, чтобы она увидела на экране, какие результаты. Потому что, допустим, у меня они хорошие, но у Влада они отличные. У Влада зашкаливали. То есть на антиоксиданты его организм был. И для меня это пример, я понимаю, к чему стремиться. Ну вот, пока все. Все, супер, здорово.
Катерина, спасибо тебе огромное за интервью. Ты дала такие классные практические советы по многим сферам нашей жизни, а также рекомендации книг, которые, я думаю, что многие прочитают. Спасибо тебе огромное. До новых встреч. Пока. Друзья, если вы желаете поддерживать отличную физическую форму, а также вместе со мной переходить на сыроедение, подписывайтесь на мой канал. Я всегда рада вашим комментариям. До новых встреч!